канале Атамонов Лайф. Сегодня мы будем запускать салюты. Вот у нас такой 56 выстрелов. И плюс еще есть ракетница. Потому что сегодня Новый год. И будет весело. Сейчас уже начинает взрывать все. В округе все шумит. Все гремит. Мы сейчас немножко тоже прибавим шуму в городе Апольда. А вот Глеб идет как раз с ракетницей. Глеб, покажи. Вот. Плохо видно тоже. А вот такие вот ракетницы у нас еще. Слышите эти звуки уже выстрелов, салютов, потому что остается буквально 5 минут до нового 2018 года. Ну что, друзья, сейчас самый разгар событий, стрельбы, и все повсюду просто-напросто стреляют, абсолютно везде, повсюду идут выстрелы, весь город стреляет, все-все, вот видно, что за мной везде мигают огоньки салютов, и очень-очень много в этом году, ну, в принципе, как и каждый год, происходит различных взрывов, различных фейерверков, различных салютов и тому подобное. Очень красиво, очень громко и очень даже опасно. Потому что в прошлом году был такой случай, когда мы возвращались домой, и мимо нас буквально 2 метра полетела ракетница, потому что сработала неправильно, полетела не вверх, а полетела в бок. Но все произошло, то есть выстрел произошел не рядом с нами, ракетница это улетела и было нормально. Поэтому опасно довольно-таки ходить по улицам городов Германии в новогоднюю ночь. Но очень и очень это все красиво. Вы можете посмотреть, как все это выглядит. Сейчас я вам попробую показать. Это повсюду, всюду, всюду все взрывается. Везде одни салюты. Так что очень-очень все это красиво. Надеюсь, меня слышно хорошо, потому что здесь такой ужасный просто гул от всех этих фейерверков стоит. Сейчас попробую показать здесь, все, что происходит. Все взрывается. И все очень даже красиво. Так что, друзья, именно таким вот образом проходит новогодняя ночь после 12 часов здесь, в Германии. Очень веселый праздник, это праздник для друзей, потому что семейный праздник это все-таки Рождество. А вот именно праздник для друзей, когда все собираются друзья в кругу, в своем кругу и отмечают этот праздник, Сильвестр так называемый, потом выходят на улицы и стреляют из различных салютов, из различными ракетницами, различные бомбочки и тому подобное. Прям можно видеть, что кидают сюда. Как бы опасно даже здесь идти. Ну, прям бросают с балконов домов, бросают эти петарды. Очень-очень даже опасно. Пойду заходить в подъезд быстрее, чтобы никто меня не подорвал.
друзья, вот на такой вот символичной ноте я буду с вами прощаться. Желаю всего вам хорошего в новом наступившем 2018 году, чтобы, как я уже сказал в своем предыдущем видео, все ваши цели, которые вы поставите на этот 2018 год, у вас сбылись. Счастья, здоровья и всего вам самого наилучшего. Смотрите мои следующие видео. И без вальт. Чус!